Салют, кискадеры! Прошу прощения, что так давно ничего не выходило. У меня есть масса причин для этого. Во-первых, у меня поломались все камеры. Даже Юлькина. Потом у нас нет микрофона. Вы заметили, что я пишу звук на телефон, на диктофон. И у меня полетел компьютер. Так, контент. Нужно снимать контент. Сегодня у нас в секрет-холле гаражные распродажи. Ну, знаете, типа, там, продают ненужные вещи, чтобы их не выкидывать, бла-бла-бла. Предметы, которыми мы уже не пользуемся, могут пригодиться другим людям. Для этого и организовываются подобные сейлы. Не снимай, нет, не снимай. Все, он закончил. Сегодня здесь в секрет-холле гаражная распродажа. И немного завалимся, да, узнаем, что почем, там цены какие. Я, кстати, тоже там участвую как продавец. Продаю свои старые шмоточки. Уже купили 3 майки. Камон, нахуй вам эта информация? Давайте ближе, типа, к информации, которая вам важнее. От меня вкусно пахнет. Да? Вкусно же? Это... Покрабана. Покрабана. Один из организаторов этого мероприятия. Снимаете? Да, мы снимаем тут, хорошо, ходим. Хорошо, что я сегодня не пьяна. Ну, это полный пиздец. Кто тебя побудило замутить такую тусовку? Ну, вообще, я популярна во всех, там, европейских, например, городах, во всяких странах других, помимо России, всяких городах, типа Москвы или Питера, они постоянно устраивают такие тусовки для того, чтобы вещам находить второе дыхание, вторую жизнь. Давайте. Ага, спасибо большое. А платье купишь? Что? Сейчас я к вам подойду, пойдем. Здесь присутствует представитель Red Cup. Смотрите, что он снимает. Ищу бой. Ну давай, немножко про тусовочку, на которой мы будем снимать. 15 июня, загородный клуб Волков. Ах, как мы ждем этот Волков. Дневная и ночная туса у бассейна, вы все знаете, ребята. Бро, это будет суббота или пятница? Это будет суббота. Суббота, значит, можно приехать пораньше, искупаться в басике, попить пивка. That's right, my niggas. Просто вечеринка за городом, приезжайте, не проебывайтесь. Спасибо, Волк, Саша. Хорошо все. Спасибо. Из-за плохой погоды вечеринка переносится. Ну все, рекламы Red Cup достаточно, я думаю. Давай на корню всю рекламу. Блять, пойдем отсюда. Не снимай это. В самом разгаре гаражная распродажа, да? Да. Да. Время доебаться до кого-нибудь, да? Да. Время... Нет, Саша, ебаться рано. Привет. Да. Как дела у тебя здесь? Много чего продала? Много продала. Платье вот твоей девушке продала. Я знаю. Блять. Почему ты решил поучаствовать? Типа слишком много вещей? Посмотри, сколько вот этого лежит у меня дома. Ну да. Коробка. Ты постоянно что-то покупаешь? Ты шопоголик? Да. Да? И тебе некуда это девать? К сожалению, некуда. Ну все, а как тебя зовут? Ирина. Мне Кирилл. Привет, мы из одной школы. И вот мы выяснили, что мы с одной школы. Ну как же если уйти без покупочки-то? Юль? Нет. Нет? Юль? Как я выгляжу? Уёбски. Берем. Прекрасно. На ваших глазах я приобрел на этой гаражной распродаже молодежные очки. Что мне не хватает для образа молодежи, нам ответят... Кружете, тебе не хватает. Пойдемте спросим у законодателя пензенской уличной моды, у Никитоса. Йоу, Никитос, салют, как сам? WhatsApp. Что мне не хватает для молодежного образа? Вот. Я могу только вот... Ну вот, мы узнали, как выглядит настоящая молодежь с законодателем пензенской уличной моды Никитосом и магазина «Культура». Чтобы охуенно выглядеть, ты должен прийти ко мне, мы с тобой договоримся, и я
тебя подстригу. Мне кажется, слишком много рекламы сегодня. Блин, чувак! Я даже в Инстаграм историю добавлю. И там вискари, кстати, есть. Бесплатный! Говори, куда идти, туда. Вот здесь чуть выше, Карл Маркс 28Б. Барбершоп? Олдбой. Олдбой. Вообще... Выезжаю! Ну все, спасибо. Все. Будем ждать письменного приглашения. Голубя, короче, пока. Спасибо, спасибо. Ну слушай, ну нормально, да? Очки есть. Я уже модный и стрижка еще. И возможно нас пригласят на вечеринку. Для школьников. Возможно, возможно. Так, ну... Блин, круто выглядишь. Ты где одеваешься? Ну, не знаю, меня стилист одевает. Представляешь, сегодня, короче, весь мой выпуск стоит из рекламы. Я просто скажу человеку, он мне говорит, я стригу, я в магазин такой-то. Ну, жизнь сейчас такая. А Татьяна Поверенного, это ты или твой стилист? Нет. Или твой... мама твоя, кто это? Ну, если бы мама, я бы была счастлива. Нет, это подруга. Нет. Теперь. Угу. Да. После того, как ты стал платить ей деньги за то, чтобы она тебя одевала, стал твоей подругой. Бля, обожаю. Я так что дружить хочу. Передай Татьяне Поверенной, что я готов снять с ней влог, если она меня бесплатно оденет. Ага. Спасибо. Пойдем дальше. Демоны. Здорово, Кирилл. О, привет. Лера Гладильна, она сегодня привет. Она сделала тест сегодня. Имя будущего парня. И как вы думаете... Это, конечно же, ты. Да. Время выпить еще пивка и разнообразить наш контент чем-нибудь еще. Это единственное интервью без рекламы, короче, нет рекламы. Я к кому-нибудь подхожу, все пытаются сказать какое-то рекламное слово, типа, у меня барбершоп, у меня... А у меня есть айкосы, еще есть вкусные суши и реклама Инстаграм. Я за пивом, в пизду. Бармен, как всегда. Как всегда, нихуя. Как что такое, блядь, ебись от моего друга. А можно мне, пожалуйста... Это Швейцария. А, ага. Это голландские все. Очень качественно. Потрогай. Чехословакия. Нет, Чехословакия у нас вот в этом. Чехословакия, блядь, Кирюх. Вот здесь Чехословакия. А это? Это... Я тебе сказал, блядь, не вылазить из... Вот. Так. Здесь, значит, в большом количестве Red Cup. В большом количестве. Вот. Здесь люди сидят на моих майках. Все. Придумал новую рубрику. Самое время подслушать разговоры других. Ты будешь снимать оттуда, а я крошу на такого. Знаешь, что я в сексе вообще люблю? Ну, типа. Когда на тебя какают? Ну, знаешь, он когда, ну, девчонка на тебе сидит, no. Такая типа, ну, прыгает на тебя, no. И начинает читать стихи. Короче, это был неудачный вариант. Давай подслушаем разговоры каких-нибудь девчонок. Вон Кира, я пойду поближе, подойду к ним. Вот, и... А, блин, они спалили нас. Подслушаем. Вон, вон тех. По-любому обо мне говорят. А, блин, блин, блин. Че, бармена? Да. Куда-то зовут? А, воровские звезды. Нам нужно это снять, сказали. Не встану на колени перед законом. Это мои друзья. На сбол! Все понятно. Втянули, блядь, меня. Блудняк. А этот все мне споить хочет. Юль, ну я не виноват. Юля. Это... Я же... Ты, я с тобой... Как-то все само завертелось. Ну вот, Юлька ушла, и я теперь вот без камеры на диктофон. Все. О, жалко нет камеры, да? Сейчас бы мы сняли твой лук крутой. Спасибо. Да, блин, жалко камеры нет. О, сейчас бы стикера бы все показали. О, камера.
так, мы изрядно нахуярили. Ну мы, да, я изрядно нахуярился. Стемнело. И... Здравствуйте. Здравствуйте еще раз. Входите. Вы нам не мешаете абсолютно. И вот, я поднакидался. И давайте завязывать репортаж вот здесь, Юль, да? И переносимся на Vice Nights. Переход. А где он? Дорогие каскадеры, приношу вам свои извинения. Вы, наверное, такие, а где кадры с тусовки Вася Найт? Найт Вася? И как там? Вася Ночь. Я, короче, приехал домой в свой шикарный дом и уснул. Но не переживайте, я подготовил для вас умопомрачительные слайд-шоу с этой вечеринки под безвкусную музыку. Кирюха флексит, попал на телек на моем фоне. Бузова мерки, корреспонденты, мне платят деньги. Я суперизвестный, но только в пенсии. Иду по улице, они просят фотки. Даю им автограф, потом мелочную водку. Делаю деньги на блоке, на системном блоке. Ведь я блогер. Да, вот, ну вот, вот вечеринка, вот. А еще, дорогие мои каскадеры, я все-таки вот хочу вас попросить об одной услуге. Вы посмотрели ролик? Оцените его лайком или дизлайком. И я жду ваших комментариев, когда же они появятся. Ради